Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем делать шашлык в духовке. У нас свининка сегодня, немножко жирком, очень вкусно. Я уже порезала ее на небольшие кусочки, сложила ее в форму. И теперь мы с вами будем заливать вот такой вот необыкновенно вкусной специей. Она для барбекю, но она обалденно вкусная. Очень вкусная. Вот, жарим мясо. Давайте вам поближе ее покажу. Так она выглядит. Так, она у меня закрытая, новенькая. У меня мама с ней постоянно делает мясо. И получается просто обалденно вкусное. А сегодня я буду делать вместе с вами. Можно, кстати, с индейкой делать. Тоже очень вкусно. Так, она такая. Там жиденькая. Пахнет обалденно. Обалденно. Так, наливаем. Так, что там течет, что ли? И все это перемешиваем. Я перемешала. У меня, видите, все мясо в этой прекраснейшей специи. Специи, или как ее можно назвать. Теперь мы оставляем мариноваться на 1 час. Накроем ее крышечкой, чтобы она за час не высохла. И потом я расскажу, что дальше. Так, смотрите, наше мясо настоялось. Час уже прошел. Чуть-чуть еще помешаем. Вот так вот. Добавляем чуть-чуть водичку. Немножечко с краешку. Можно туда еще сверху лучка, например, побросать. Но я не буду сегодня. Накрываем опять крышкой и отправляем все это в духовку тушиться. И потом я покажу вам конечный результат. А сколько тушиться будет по времени, каждый смотрите в своей духовке. Если это газовая, то, наверное, скорее всего, побольше. Если там электрическая, то где-то в районе часа. Наверное, даже плюс-минус еще где-то полчасика, пока она разогреется, пока то все. Смотрите по своей духовке. Вы свою духовку знаете больше, чем я вашу. И получилось, смотрите, у нас вот такая вот вкусняшечка. Водички, конечно, получилось слишком много. Видимо, сока было в мясе много. Но можно сделать картофельное пюре или рис. И мы туда наливаем бульончик еще. Нам очень безумно нравится с ребенком. Мясо очень вкусное, нежное, ароматное. Похож прямо на шашлык. Вкус очень похож. Посмотрите, как это замечательно выглядит. Всем спасибо за просмотр. Готовьте вместе с нами. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем. Занимаемся, развиваемся, видеообзоры на продукты и технику и много всего интересного. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!